В смысле? А, ну все, окей, все началось. Ребята, всем привет, кто смотрит данное видео. Если вам эта игра зайдет, пишите это в комментариях. У кого она есть, присоединяйтесь, пишите, как можно вместе играть. Просто я немножко не разобрался с этим. Мне она немножко понравилась. Чуть-чуть буквально. Всем рекомендую попробовать в данную игру. Что мне не понравилось, я расскажу на стриме, если она вам зайдет. Что, нажимаем продолжить? Я уже немножко в нее поиграл. То есть вот можно, видите, присоединиться. То есть я кому-то присоединюсь к, в тушении пожара. Так, здесь уже недалеко ехать было. Также есть много вот. Только нам доступен этот райончик, понятно. Ладно, тут, если предполагать, что... А, в смысле? А, вот она там есть, ясно. То бишь здесь получается у нас пожарная дорога, значит там в принципе ехать недалеко. Жму начать игру. Чем она мне понравилась, я немножко расскажу сейчас это. В том, что здесь можно с друзьями играть, это раз. Во-вторых, то, что здесь можно и с ботами также играть. Есть игра, конечно, с ботами, но... Они попозже, ребят. И, кстати, я еще одну игру жду от одних разработчиков, ребят, тоже связано с пожарниками. Она выйдет в 2021 году, в феврале месяце. Ребята, кто ее ждет, пишите в комментариях. Я сделал по ней стрим. Надеюсь, руль рабочий, кстати. Может, я его подключу. В принципе, кстати, он рабочий. Но не знаю, насколько это будет работоспособно. Судя по всему, мы где-то в Америке. Будем использовать всякие пожарные фишки, примочки и так далее, ребята. Еще раз повторюсь, кому игра зайдет, кто захочет целую серию по этой игре, пишите в комментариях. В смысле? Dispatch to Unit 1. The fire has spread to the roof of the house as well as an adjoining room. Backdraft potential in the area. Using extreme caution. A secondary unit is on site, providing water coverage for the burning roof. The evacuation status of the house is still unknown. Dispatch to Unit 1. Ladder truck is on scene. Dispatch to Unit 1, park in front of the building and begin line establishment. Unit 1 to dispatch, copy that. Parking in front. Thanks. We'll take it from here. We can get back to putting out fires and thanks for getting me out of here. Thank you.
не буду. Блин, здесь, конечно, времени мало. Вот. Но так это обучающего видео, что ли. Обучающийся миссии, что ли, или так, и не понял я. Кто знает, пишите в комментариях рядом. Мы с вами еще какую-нибудь попробуем. Если все можно уже. И тебе уже нельзя пройти больше. Крещение огнем. А, ну можно еще раз пройти, я смотрю. Только же мультики, наверное, нельзя им будет. Домашняя мастерская. Не знаю, если нажмем начать там она. Хотя давайте начнем ее. Ну, в принципе, тренировку можно и если сейчас пройти. Сейчас нажмем начать миссию. Ого, прикольно. Вот у нас боты. Многопользовательский режим. А, вот оно как. Интересно, сюда снаружи что будет. Ну, надо в следующий раз. Ладно. Только одна машинка дается. Ну ладно, начать тогда. Надеюсь, мне дадут порулить. Или это когда компания играешь, дадут рулить, дают рулить. Или нет, как вы думаете, пишите в комментариях, ребята. Потому что я в первый раз вот в игру играю, мне все интересно. Ну, в первый раз на запись, так-то я за кадром играл у нее уже. И у нас, блин, нифига кадров в секунду в игровом меню. Блин, 12 минут уже играю у нее, ну ладно. Блин, обидно больше не надо будет ехать, конечно. Я хотел покататься, порулить, посигналить, разобраться с управлением, конечно, но... Это будет управлять с миром. Acknowledged, Unit 1 on route.
Copy that. I'll do a 360 check. Doing a 360 check. The front door is locked. On a 360 check, there are fires in the front room. On a 360 check, there's a locked door at the rear of the house. Command, I found a survivor. The attack line is ready to go, boss. Okay, boss. 360 check complete. My line's ready to go, boss. I'm with you, boss. Lead the way. I've got your back, boss. Got a victim in the rear bedroom. Thank you.
слушай, там мы будем работать за двоих, короче. Может, он сам сообразит.
надо было не сказать. Кого я буду считать в комментах. Кто меня пропустит, надо посмотреть. Ну ладно. Давайте посмотрим, что будет, если нажать. К примеру, все равно начать миссию и... К примеру, много полицейский режим, что такое. Так, одиночный режим. Много пользоваться. Что такое одиночный режим? А, танцуй надо обратно. Понятно. Как я здесь выбрался? Видите, как бы. Ладно, давайте. Так, а много пользоваться. Да. Если там машина, да, мы умираем. У нас машина катастрофа. Задраить люки. Понятно. Слишком, да, нам далеко ехать. Сколько еще заданий всяких разных. Сколько их? 500 километров примерно. Награда 700. Кстати, можно... А, можно на кому-то присоединиться или начать игру с... Пользовательский мрак, видите, сегодня. Ладно. В смысле, я сломал игру. Походу, давайте собрать его. Как обычно. Настройки, что кому интересно. Контроллер, вот. Руль, как у меня, вот, к примеру. Вкл-выкл. Ну, кстати, да, лево и так настроено. Давайте фары. На это будут. На это сирена. Проблесковки на это. Гудок сюда. Сейчас ты не буду трогать, все. Не, все. Все применить. И назад. Домой. В смысле? Домой. Обратить. Обратно кинг продолжить. Обратно кинг. Блин, то нарал. А, все. Ну все, ребята, давайте на этом закончим. Я сейчас быстренько проверюсь за кадром. Работу руля. Это миссия. Я даже ее проходить не буду. Так что, ребята, кому эта игра понравилась, пишите в комментах.